Ростовчане, всем большой-большой привет! Хочу поделиться немножко своими наблюдениями. Вчера вот после работы шла домой и заметила необычную радугу. Красная дорожка выделялась ярче всех, можно сказать, затмевала собой все остальные цвета. А это, если вы не знали, к ветру. Кстати, сейчас плюс 29, но все равно ощущается такой легкий холодок, хотя, на мой взгляд, это не критично. Главное, что в городе нет грозных туч. А вот чем порадует погода на завтра, расскажу вам я через полминуты. Сегодня ночью температура снизится до плюс 19, а днем солнцу мало что будет мешать нагревать воздух до редких для этого июня 28 градусов. Хотя к вечеру облака снова могут превратиться в тучи и полить город дождем. Правда, синоптики уверяют, что до ливня не дойдет. Ветер будет умеренным, разгоняясь до 5 метров в секунду. Но раскрыв зонт, будьте готовы к порывам до 12. Влажность воздуха к вечеру прогнозируется в 90%, что заставляет усомниться в слабости дождя. Атмосферное давление тоже к осадкам – 749 миллиметров ртутного столба. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго!